Центры проблемной стопы работают всего в 6 городах России. Теперь такой центр есть и в Саранске. Здесь ждут тех, кому нужен гигиенический педикюр, и тех, кому требуется решить проблемы – состояние ногтевых пластин и кожного покрова стоп. Квалифицированные специалисты помогут восстановить деформированные ногти, избавиться от повышенной потливости или сухости ног, трещин и мозолей на стопах. Первая обработка, которую мы производим, это базовая. То есть даем рекомендации по домашнему уходу. И когда обязательно, вот самое главное, нужно, чтобы обязательно пришли на вторую обработку, когда уже подействует крем домашний для ухода, и мы еще раз обрабатываем кожу, и там уже видно результат. Людям пожилого возраста помогают справиться с утолщенными ногтевыми пластинами, а клиентам с грибковой инфекцией посоветуют сначала обратиться к врачу. Когда у меня начался грибок, я пришла сюда, в центр, и мне это сказали сначала сходить к доктору, к дерматологу. Он мне назначил лекарства, пила, мазала, а к ним приходила, они меня счищали, эти ногти больные, каждый месяц. Стало ли это лучше? Очень сложно дома обработать такие ногти. Здесь мы это делаем очень легко и быстро. После таких процедур лекарство лучше проникает в ткани, лечение проходит гораздо быстрее и эффективней. То есть у нас такая комплексная работа. Клиент, мы и врачи. Особый щадящий педикюр в центре проблемной стопы делают людям с сахарным диабетом и рекомендуют специальный уход. Часто сюда обращаются, чтобы решить проблему врастания ногтевой пластины. Это особенно актуально для подростков. Мы аккуратненько, это как ювелирная работа. То есть подсекаем и вытаскиваем пинцетом. Это не больно. Потом, то есть, накладываем опять стерильную повязку, даем определенные рекомендации, и все дома проходит в течение 3-5 дней, уже боль отступает совсем, и как будто ничего не было. Потом, если нужно, смотрим, ставим системы коррекции, чтобы не было рецидивов. А чтобы ноги не уставали от долгой ходьбы пешком, здесь каждому изготовят индивидуальные анатомические стельки. Если у нас у клиента, допустим, плоскостопие, то есть видоизменен передний отдел, свод изменен, получается деформация, то есть чтобы нам разгрузить стопу, мы непосредственно при клиенте в течение 30-40 минут изготавливаем индивидуальную стельку. Опытные специалисты легко избавят вас от мозолей и натоптышей, гематом и деформации ногтевой пластины. Сделают это безболезненно и безопасно. Мы специализируемся на таких проблемах. К нам можно не стесняться приходить. Мы принимаем с любыми ногами, с любыми деформациями. В этом нет ничего стеснительного. Мы работаем, для этого мы здесь, чтобы помогать. А еще здесь делают аппаратный гигиенический педикюр и лечебный японский маникюр. Все оборудование сертифицировано, инструменты проходят все этапы стерилизации. Центр проблемной стопы находится на Пролетарской, 27. Работает ежедневно с 9 утра до 7 вечера. Людмила Чекал, Константин Соколов. Наши новости.